Приветствую всех, с вами Сенсей. Надеюсь, там ляпа не будет. Что-то в двух играх ляп какой-то. Far Cry, вот в этой какая-то хрень. Виснет видео в самом начале. Какая-то блевотина появляется. Давайте начнем. Вернее, продолжим. Смотрите Far Cry. Я сегодня поливался, только сейчас заливал. Все нервы измотал с этим Far Cry вонючим, блядь, говном. Просто извел меня, да. Вот игра, блядь, удовольствие получаешь. Там просто высер какой-то, да. Лучшая часть, дурень-то я, блядь, замахнулся, лучшая часть. Да мне больше зашла пятая даже, да. Все, я пробил ему мозг. Блядь, еще один. Скоты, блядь. Куда ты... Побежал. Ничего себе. Как скажете. В самом последнем, в конце, блядь. В самом конце смог остановить. Правый фланг, что надо-то, блядь, я направо вышел. Ты хоть пушкой-то пульнул бы, так, для интереса, хотя бы. Стрельнули, здесь же вон дудка где-то была вроде, нет? Они с жопой развернулись, что ли? Да нет, он с жопой едет, что ли? Я, вернее, башку развернул. Вот она, дудка-то его. Я же чувствую, где-то была, блин. Пульни туда. Вон, вон притаилась тварь, блядь. Я не очень люблю танки-то, блядь. Ну ездишь, ездишь, чё, блядь, не знаю. У меня друган так вон, будут танки часами играть. Не знаю, не понимаю я эффекта. Опять машина, блядь. А в эту машину вы, ублюдки, блядь, не можете сами стрельнуть своей дудкой? Разворачивать наконец-то, блядь. Машину он не мог лупануть, блядь. Че это трава заиграла, блядь? Ну я не знаю, тут машину заминировали серьезно, да? Ну вот че вот он сейчас не стреляет, у него же есть возможность стрельнуть че? Машина, блядь, она из чего сделана-то, блядь? Из песка, говна и глины, блядь? А? Из чего машина-то сделана, я не пойму, блядь. Что из такого крупнокалибрного я не могу ее завалить, да? Вот здесь где-то бегут, да, шалопаи, блядь, какие-то. Ё-моё, блядь. Вы чё, обалдели, что ли? Он дудка, видать, задудил, да? Машину-то эту. Ё, он ушёл, блядь. Так же... И я летал, блядь, в прошлой части. Только вот не над домами, вот так бы, прям над городом бы. То что там, что не видать было. Вы были заперты в банке. Ага, да. И нас поджимали сроки, как и сейчас. И они прибыли в город. Куда именно? Площадь там снаружи была. А у нас была бомба. Мы ждали в банке.
пока к нам придут Миллер и Кремень 3. Я связался с ними, попросил сказать, когда прибудет подмога. Они сказали 3 минуты. Подойдем через 3 минуты. Ну из дудки стрелять поинтереснее, чем вот из пулемета из этого. Графу я прикрутил прям прелесть. У вас такая же будет, я смотрел. 10% максимум. С каждого. Молодцы, сейчас стали делать YouTube вообще конкретно стал делать. HDR все передает. Передаст. Кто передаст? YouTube передаст. Все отлично. Этого я и ждал. Хочешь, чтобы тебя снайпер свалил? Тут все лучше и лучше. О, сорвался. Ну да, чё, блядь, застрял я ты дураком-то этим, ну. Пёрся во что-то, блядь, конь серогорбый. Кто это, блядь? Ты кто, блядь? Куда ехать-то нам? Я не в ту сторону, наверное, повернул, да? Где значок-то? А, вот он. А, вот в этой игре, оказывается, через эту. Через дом-то я, блядь, проехал. Папа. Круть, я говорю, лучшая часть. Ну. Не пробивает он эту дрянь. Разворачивайся дальше. Их кто, блядь? Кто это? Блядь, башка отлетела, блядь. Блядь, смотри, их тут как говна, блядь. Кто пуляет-то в нас, ёб? Я понять не могу, блядь. Сукеры-базукеры, что ли, блядь? Смотрите, блин. Теряемся. Блять, не туда поехал нахрен. А я хотел здесь вот проехать, а не там, где вы хотите, на. Специально так сделано, блядь, нет? Я вообще не управляю ничем, блядь. Он сам, блядь. Я говорю, здесь специально так сделано. Кто-то лупит, не пойми кто. Я думал, вот это люди стоят, блядь. Ничего не слыхать, что они там калякают, блядь. Танки не сгорели. Блять, что это за бегущие мишени? Туда-сюда, блять. Бегают, как тараканы, блять. Вы уж определитесь, или туда, или сюда.
мешки не держат, блядь. Можно валить через мешки, блядь. Вот здесь какая-то тварь, блядь, сидит, нет? Вот это вот. Титька чья-то, блядь, точно она. Шалей валяет. Все, заглох. Они улетают, а мы же как? Мы-то как? Вот тварь какая-то залезла. Блядь, с ногами, блядь. Перекопошился бы, да? С ногами полез я. Вот тупица, блядь. Куда ты на танк с автоматиком, блядь? Все, пылюка началась, как, блядь, в этом второй части, да. Ну ладно, блядь, здесь пылюка на 5 минут, да. Смотри, смотри, блядь, что это за безумец? Это наш, что ли, или кто, блядь? Здравствуйте. Привет. Мистер Миллер, полагаю. Американцы со своими сувенирами. Это вашего сына? Вот тут его имя. Джонни Миллер. Надеюсь, он не слишком скучает по своей игрушке. Дети сильно привязываются к таким мелочам. Потеряв их, могут плакать целыми днями. Знаете почему? Почему? Потому что эти мелочи напоминают им о том, что они любимы. Но утрата — обязательная часть взросления, так ведь? Часть взросления — это согласие с тем, что смерть неизбежна. Неизбежна, мистер Миллер. Неизбежна. Мой отец рассказал мне об этом. Итак, вы станете героем для своих детей. Надеюсь, это вас хоть немного утешит. Амадей, пойдем. Позор. Вы приезжаете в нашу страну, чтобы убить нас. И все равно вы называете нас террористами, когда мы пытаемся защитить нашу страну и народ. Вот так и вот. И это та цена, которую вы платите. Правильно говорят ведь. Что вы суетесь везде, блядь. Опа. Отличная картинка, да? Связи с Соломона с бомбой тут все равно не видно. Еще что-нибудь есть, сержант? Еще что-нибудь? А что еще нужно? Вы же видели, как он убил Миллера. Сержант, вы на себя посмотрите. Вы в этой истории на каждом шагу. Вы иди. Да бля, вы что, копы? Вы на чьей стороне? Слушайте, вы были в комнате, в которой снималось это видео. Вы были в банке, где нашли бомбы, верно? Да, все так. Мы нашли 3 держателя для бомб, порванные карты. Соломон засветился на камере с Аль-Баширом. Здания больше нет, улик нет, ничего у вас нет. Да. Кому сейчас легко-то? Понятно, а когда? Черти, достали уже пацана этого. Ясно, спасибо. Бюрократы вонючие. Похоже, одно из имен, используемых Соломоном, засекли здесь. Нет. Вот видите? Начинает сходиться ваша история. Аль-Башир ясно заявил, Соломон его правая рука. Правда? Когда? Когда мы за ним пришли. Кампо и я. Ну-ка, покажите нам. Все, с памятью никак не разберусь, блядь. 3600 не держит, по-всякому перепробовала. Все, никак она, то работает, то не работает. Игры все разные. То... 1-3 готов, прием. О, сейчас эта снайперка будет. Принято. Мы быстро приближаемся, конец связи. Прикольный сейчас уровень будет, да, мне нравится. Это Коул. Какого хера он ведет штурмовой отряд? Что-то тут не так. Так, туши свет. Надо затемнить зону высадки. Давай по готовности.
Ну давай, чего там? Говори что-нибудь, да. Так. Уничтожить. Что там уничтожить? Вот эти вот что ли? Фонари что ли уничтожить? Что надо-то, блядь? Я не пойму. Быстрее! Они не смогут сесть, пока тут свет. Я что, не стреляю что ли в свет-то? Стреляю. Может, я не туда куда-то стреляю, блядь? Наконец-то, блядь, попал в какую-то херню. Я и в эти тоже попадал, блядь. Ну чё, вот я не попадаю, что ли, по-вашему? А? Попадаю, один в один, блядь, стреляю, на. Наконец-то, блядь. Может, блядь, в каком-то определенном порядке надо? Или чуть выше надо брать, блядь? Вот так, может, выше брать? В людей легче стрелять, чем в эти фонари, смотрите-ка. Куда стрелять-то, блядь, я понять не могу. Может, прям в веревку в эту? Иди, да, мужик, сам стреляй, блядь. Наконец-то, блин, походить надо было. Наблюдаем, прием. Понятно. Я говорю, что-то глюк на глюке у меня прям вообще все заглючено, блядь. То ли память глючит, то ли игра глючит, да. В памяти тут будет глючить тоже всякие странности, блядь. Фонарь-то тогда выключил бы. Четыре, мы видим. 1-3, очистите нам улицу. Принято. Надо сместиться направо. Че, взять шмотки, блядь, и очистить, что ли? Ой, это метелку. На позицию. Надо расчистить улицу. 1-4, вы на месте. Прием. Принято. Я пока не вижу никого. Блэкберн, что видно? Сука! ССО! 1-4, держитесь! Враг впереди, боевой контакт, прием. 1-4, держись. Это наши, что ли, перебежали? Ориентировка по расположению отрядов. Направо, пара этажей вверх. Ковнюк на балконе, снимай его. Ну, вот и поинтереснее, отлично. А то с этими лампочками вонючими, блядь. Вас понял, 1-3. Давай, пошли. Куда пошли-то? Да они неделю там будут бежать, да. Здесь лечь можно, наверное. Увидимся внизу. Я думаю, что постреляем. Еще и постреляем здесь, еще дальше там постреляем. Не высовывайся, пошли. Так, у меня оружие какое есть еще? Эх ты, блядь. Переулок впереди. Пошли. Там курили, стояли, там бамбук курит, стоял. Ты первый, я тебя прикрою. А в прошлый раз у меня руки не ставил, бля. Вернее, поставил руки, а отметки не было. Глюк какой-то. Наверное, это все-таки память у меня колбасила. Сейчас я тайминги переставил. Я что-то видел. Не хочется мне. Сука. Завышать. Там чувак наблюдает за улицей. Ориентир, неоновая вывеска слева. Второй этаж. Наблюдатель расположен открыто. Снимай его. Пока эту дудку я достаю тут, блядь, уже.
пылюк там опять у них. Вот теперь стекло. Смотрите, пыль там была постоянно, да? Вторую часть я заливал. Теперь, блядь, это дресняга на стекле. Постоянно эти лучи, блядь. Все, я забываю их убрать, но. Да они, по-моему, не убираются, но, в этой игре. Я каждый раз поливался. Сейчас вот. Ну, понятно, может, он в маске, но это просто какой-то идиотизм. Ну, что ты, блядь, не башку не поднимает. Не могу поднять башку, блядь. Far Cry, блядь. Третий. Один в один. Ну, заметался, блядь. Говорит бродяга один. Чё понятно. Мы у точки Браво. Принято. Мы ждем поблизости. Два бойца СССР перекрывают дорогу. Расчистите путь. Прием. Вас понял. Прикроем. Вот они. Прямо по улице. Все, шарапайтесь. Ну чё? Всё чисто. Сюда! Куда сюда-то? Господи, боже мой, да я уж тут сижу давным-давно, блядь. Сухари же вот. Уже насушил их, блядь, я же тут. Чё, всё? Вот сюда? Куда сюда-то? По-моему, я зря слазил, да? 1-3, стоп! Конвой противника. Численностью за взвод. Не смогу добраться к точке сбора во время, как смотрите. Где ты? Слышу хорошо. Найдите путь обхода. Сбор в точке Чарли. Конец связи. Счет сюда! Держись ближе. Пройдем здесь. Блять, только не нарваться надо. Блять, шустрый парень такой, да? Тут перезавец. Вот это мне очень понравилось, что тактика тут здесь воткнули. Понял, слышу хорошо. Теперь тихо. Тихо, блять, понесся как самолет, блядь. Используй нож. Блять, ты сел так. Я теперь выйти не могу. С ножами этими я не очень. Ножом его. Какая у меня кнопка-то, блядь, не пойму. Какая у меня кнопка-то, блядь? Левая? А я думал, боковая. Надо попробовать это ткнуть ножом. Используй нож. Ага, вот. Блять, когда загорается, это надо за километр нажимать. Точно, как в Far Cry. Только не зря я сказал, бля, про Far Cry. Близко подходишь, он не срабатывает ножик. Надо, когда загорится, тогда и нажимать. Я думаю, просто показывает. Демонстрация, типа. Вот так ударить. Обучение. Используй нож. Ну, тут еще и заставка оказывается. Вот поэтому, наверное. Черт, бегом! Да че бегом-то, бля? Я борюсь тут с этим чертом, на. Рядом. Это должно их замедлить. Пошли.
Ну, башкой, блядь, своей шлепнулся, блядь. На земле, справа. Топ-шлёп, топ-шлёп, топ-шлёп. Да что ты, блядь, выбежал, блядь, чёрт из табакерки, блядь. Блять, я, наверное, другой бы быстрее бы настрелял бы автоматом. Быстрее, наверное, получилось. Выдвигаемся. Вон, лестница. Мы можем срезать. Выйдем с той стороны квартала. Куда это я запрыгнул? Блядь, полез куда-то нахуй. Я собаку услышал, сразу запрыгнул. Срежем тут. Черт, готовься! Господи боже, вот оно. Это ж та самая чертова комната. Тут все и было. Вы прибежали когда, блядь? Год прошел, что ли, блядь? Прибежали в эту комнату. Бродяга. Я бродяга 1-3. Мы у точки Дельта. Тут что-то есть. Как поняли? Поточнее можно, 1-3. Вижу доказательства, что здесь казнили капрала Миллера. Совпадает по описанию. Постановки камеры. Вообще по всему. 1-3, вы уверены? Более чем. Да. Я срочно пошлю отряд. Спасибо. Первая дивизия морской пехоты захватила восточную часть. Битва за город почти окончена. Давайте закончим сегодня. Понятно. Они идут. Надо обождать. Нехера ждать, вот мочить их надо. Смотри, черт какой, блядь. Дураки, блядь. Фонари-то выключили бы. Чисто. Пошли. Где чисто, блядь? Что-то, блядь, я говорю, игра глючит, блядь. Чисто, пошли, блядь. Тут человек, на. Когда такое было, блядь? Сдать Аль-Башира. Он уже 100 лет в капитанах ходит. Вот и пытается доказать начальству, что не полный ушлепок. Звездочку получить хочет. Долбанный искатель славы. Блэкберн, Кампо, сюда. Мы в 200 метрах от нужного здания. Осталось пройти через магазин. Готовы? Да, сэр. Приступаем. У меня ни гранат, ничего нет. Ящик с патронами. Если будет жопа, отходим сюда, на эту позицию. А, тут надо удерживать, сейчас будет позиция. Точно там. Сейчас он даст мне бомбу, по-моему. Надо их будет тыкать везде. Если это вообще та игра, которую я думаю.
Так, как поступим? Блэкберн, Гамбо, вы будете прикрывать крышу отсюда. Потом встретимся у входа в магазин. Теперь мы точно знаем, где Аль-Башир. Можно его хлопнуть? Нет, конечно. Аль-Башир нужен нам живым. Надо расспросить его о бомбах из банка. Никаких расправ, как с Бен Ладеном. Это всем ясно? Все сделаем. Работаем. Входим. Папич, со мной. Ну, что ты... А, ждет, когда поднимется боец. Я не пойму, что он никак не залазит. Что за фигня-то, блядь, опять, а? Заставка, что ли, или чего, блядь? Как я буду следовать-то, блядь? Я не могу ничего сделать, но... Блядь, наконец-то отвалился. Начинаем. Дайте мне сводку и отчет. Конец связи. Один, три на позиции, готов. Прием. Опять эти пузыри, блядь, по всему экрану. А, тут сейчас, да, в стане будет, как говна их. Тут охранник чинит генератор или что-то в этом роде. Понял. Смотрим. Блэкберн, давай по готовности. Отлично. Чисто. На. Местность зачищена. На вашем пути техника со включенными фарами. Можно идти. Движемся. Все мы чистим спутника, показывает активность в двух квартирах на первом этаже. Начало левое. Маткович, возьми бойца, стой снаружи, прикрывай нас. Вызывной 1-1, понял? Понятно. Где, вот это что ли, блядь? Я не могу в этого козла попасть. Может, это наш, ни хрена не наш. Перезаряжается, блядь, полдня. Блядь, вот этот везунчик, блядь, нам. А, блядь, свой, ёпта. Я ж сказал, блядь, что ты нахуй. Как он там оказался? Они все в дверь зашли, а он там сидел, блядь. Как штаны насрал, блядь. Вот это вот, кто тут чего, блядь, ничего не поймешь, да. Вот сейчас видно, что они в этих жилетах. Дальше что? Пошел. Вот он, а так и сидит этот чурбан. Бля, еще чуть-чуть. Стрелок справа, ниже, на крыше сарая, видишь? Давай. Яблочко. Эх ты, блядь, сука, в этот момент он как раз ушел, блядь, чёрта. Давай следующего, быстрее! Да лучше я и так щелкаю их тут, как куропаток, нахуй. Блядь, не убил. Опять началось как с лампочкой, блядь, смотрите-ка. Или это наши, блядь? Ни хрена не наши. Ладно, кто-то там завалил, блядь. Грузовик, слева от здания. Давай по нему. Блядь, еще противник. Блядь, они сюда идут. Они идут через игровую площадку.
здесь где-то, блядь, шарухайте. Черт, РПГ на крыше! Вали, сукиного сына! Угу, вали, блядь. Блять, как не попадешь в одного, так все. Вижу. Справа. Пары. Надо его остановить. Давай. Да ничего себе, куда давать-то, блядь? Я и потерял ее нахер, где она? Машинка. Куда она делась-то, блядь? Останови машину, блядь, ничего себе, блядь. Сейчас вот вылет был, сейчас опять нормально работает. Я не знаю, что, блядь, происходит. Какие-то глюки, блядь. Вижу, справа, нижний этаж. Блядь, говно какое-то. Надо его остановить. Давай. Да как я его остановлю-то, блядь? Тут говно какое-то мне попалось, блядь. Вон надо бежать было, куда, блядь? А я все стреляю, да. Быстрее! Вперед! Вперед! Говно это таскать сейчас будем. Кто там, блядь, стреляет-то? Блядь, пока сообразил, откуда побегут, нахрен завалили. Все, теперь я сейчас уже займу, блядь, точку. Там, блядь, справа у меня лупит. Да что ты, блядь, все началось, это говно, блядь. Вонючее, ну. Куда он его утащил-то, блядь? Трыклыки такие, блядь. Куда тут сюда-то? А, блядь. Все правильно, я весь сидел там. Бродяга 1-4. Razorback 2-2 на связи. Направляюсь к точке эвакуации. Прием. Вас понял, 2-2. А, ну да, вот сейчас будет эта жесть, но. Они попрут тут из со всех щелей, блядь. Я вспомнил эту хренотень. Раны серьезные. Эй, эй, не вырубайся. Не вздумай умереть. Вот так. Эй, как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Фарух Альбашир. Фарух, какой-то чёрный. Нет, больше нечего сказать. Ладно, как хочешь. Блэкберн, заложи внизу несколько клейморов.
Тут будет прорва злобных чертей. Закрой проходы. Когда появится противник, все взорви. Пошли. Быстрее. Вот они. 1-3. Доложите обстановку. Мы окопались в западной части центра, на втором этаже, у точки эвакуации. Понял. Пытаюсь подойти к тебе. Вижу подразделение ССО. Они проходят в торговый центр. Что-то мало их у меня. Должны быть прямо перед... По-моему, еще было. Понял. Да еще. Ты слышал. Смотри и простреливай вход на первый этаж. Идут, суки. Суки, блин. Скоро он едет за кем-то. На тебе потитьки-то, блядь. Прикрой входы прямо. Состояние пленного? Сильное кровотечение, шок. Выглядит плохо. Не дайте ему умереть, слышите меня? Он должен выжить. Ага. Да что ты, блядь, ёпта, должен, блядь. Мало ли чего он должен. Вон эта шобла, блядь, побежала, блядь. Вон они как у... Все, сейчас сдохну я, блядь. Я помню здесь, как говна их, этих ублюдков, да. Было. Этих вот вонючек-то, по-моему, много было, давали мне вот этих вот. А здесь сейчас всего три штуки, блядь. Мы окопались в западной части центра, на втором этаже, у точки эвакуации. Понял. Пытаюсь подойти к тебе. Вижу подразделение ССО, они проходят в торговый центр, мимо нас на первый этаж. Ну все, застрял куда-то, уперся, блядь. Понял. Борису. Ты слышал? Смотри и простреливай вход на первый этаж. Блядь, ничего не вижу, я. Куда ты побежал, блядь? Чёсанок, блядь. Мерзавец. Халя-баля. Вот тебе халя и баля, вот тебе. Халя и баля. 1-3, смотри в оба. ССО идут по внешней лестнице на второй этаж. Внимание на входы, прием. Принято. Так оттуда они, по-моему, попрут. Входы, или отсюда быстрее. Я не помню, откуда они быстрее сильное пойдут. Сильное кровотечение. Шок. Выглядит плохо. Не дайте ему умереть. Слышите меня? Он должен выжить. Ага. Да мало ли чего. Здесь надо ждать. Они сейчас там по лестнице побегут, блядь. Выбежал, ничего себе, блядь. Архаровец кукошками тут ко мне, блядь, выбежал.
Эх ты, блядь! Дудку, блядь, сменить надо блядь, сразу. Где ты? Басурман, блядь. Мерзавец, блядь. Ходок. 1-3. Доложить обстановку, когда подойдете к центру. Прием. Под сильным огнем. Подразделения противника выходят из боя и направляются к вам. Выходы второго этажа. Как слышите? Вас понял. Блэкберн, нам нужно перейти. Давай. Перейти, блядь. Вот что сидит ты, блядь, на жопе-то? Он, блядь, хоть стрелял бы, вот здесь встал. Че он сидит с этим пидером? Понять не могу. Туда что ли вы? Ну давайте, ладно, на этом остановимся, то еще монтировать там. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя, жду вас на Ютубе. До новых встреч.